Краевые исследователи заинтересовались историей, в которой двухлетний ребенок самостоятельно ушел из детского сада. ЧП произошло в барнаульском учреждении под номером 260. По предварительным данным, пропажу почти сразу же заметили воспитатели, которые бросились на поиски. Мальчик был найден в соседнем магазине, а правоохранители начали доследственную проверку. Им предстоит выяснить причины происшествия, дать оценку действиям персонала и организации охраны детского сада. Подробный репортаж смотрите в нашем вечернем эфире.